Более 340 компаний Бразилии уличили в использовании рабского труда, хотя официально рабство отменили больше века назад. После череды разбирательств руководители привлекли к административной ответственности. На компании наложили штрафы. По данным следствия, люди на этих предприятиях работали в ужасающих условиях, часто не получая зарплаты. В основном эти компании занимались пошивом одежды, разведением скота, заготовкой древесины и строительством. Были ли среди рабов дети, пока неизвестно, но среди наказанных оказались компании, строящие объекты летней Олимпиады 2016 года. Good.